Демонтажные работы на площади перед монументом металлургам идут уже два дня. На ремонт одной из главных городских достопримечательностей из бюджета выделены 115 миллионов тенге. Тендер выиграла фирма из Шымкента. На объекте трудятся порядка 30 человек. Мы вот производим демонтаж, работаем с демонтажем. Будем ложить, за место старое будем ложить новую. Вот монумент, будем тоже облицовку фонтан снимать старую, ложить новую. По проекту подрядчики должны заменить облицовку основания памятника, а также металл на стеле. Замене подлежат облицовка и оборудование фонтана. Обновят и клумбы. По словам подрядчика, уже в июне темиртауцы смогут гулять по обновленной площади. Самое сложное сейчас – вывести все старые материалы. Самые главные трудности – вот это вот, что сейчас сняли. Это надо сейчас все убрать. Вот самое сложное – вот это все поднимать и убирать. Остальное все будет легко положиться, все. Кроме того, этим летом запланирована реконструкция площади Гагарина. Конкурс уже объявлен, ждут подрядчика. По проекту планируется обустройство в этом районе детской площадки и активной зоны отдыха, а также асфальтирование тропинок и реконструкция памятника темиртауским воинам. Светлана Лебедева, Зураис Мурзаева, Владимир Пороховой. Новости Темиртау.